В районе продолжается мероприятие по расчистке лесополосных насаждений. Как мы отмечали в предыдущих сюжетах, субботники по выполнению данного вида работ организовываются еженедельно. Следует отметить, что все поселения района серьезно и ответственно относятся к этому делу. В предыдущих сюжетах мы освещали ход работ в Ульницком, Натырбовском и Майском сельских поселениях. А сегодня мы побывали на территории Дмитриевского поселения, где уже с утра кипела работа. В субботнике по очистке лесополос принимали участие работники управления сельского хозяйства ДЮСШ администрации Дмитриевского поселения. В Кашхабльском поселении в рамках субботника работниками администрации сельского поселения производился монтаж автобусной остановки в районе мечети по улице Прямая. По словам главы поселения, в дальнейшем еще будут установлены 4 таких же остановки по маршруту движения школьного автобуса.